Всем привет! Барбекю Форест Парка. Беседка. Отличное место пожарить шашлык, сразу за собой помыться. Рядом бассейн. Газончик. И это все в лесу. Вот так выглядит дом. Восьмиэтажный дом, 112 квартир. Все квартиры выходят на лес, везде красиво. Огромный бассейн, почти 20 метров. Внизу у нас апельсиновый сад. Сейчас мы его увидим сверху. Так, что внутри? Внутри у нас есть зона, теннисный стол, у нас бильярд, хорошая новость стоит здесь. Здесь у нас кафе, здесь будет витамин-бар, где можно будет сделать фреш, бутерброд съесть. Здесь красивая, очень мягкая, такая стильная мебель. Это все для жильцов. Пользоваться можно этим всем бесплатно. Идем дальше. Здесь же у нас, вот я сейчас через окошко показываю, свет там выключен. Это зона спа. Здесь у нас там хамам. Замечательный большой, две массажные комнаты, чтобы вы могли делать массаж. Здесь баня, это финская баня, сауна сухая, и это римская баня, там где много пара. То есть фактически в этой спа-зоне у нас три бани. Концепция дома как отель, первый этаж полностью, инфраструктура для жильцов. Вот, видите, у нас тут молодые деревья, цветы. Все это оживет скоро, через полгода, год подрастет. Это зона для детей, смотрите. Красивая детская площадка, мягкое покрытие и крутой батут. Это фишка наша, у нас есть батут. А еще есть детская комната, где можно посидеть с детьми, поиграть. Спрятаться от жары, в то же время зимой здесь тоже классно будет, не холодно. Есть кондиционер здесь еще будут коврики мягкие, можно вот с детками здесь играть. Пошли дальше. В каждом хорошем доме должен быть спорт и спортзал. Вот это наш спортзал, видите, он живой, люди тренируются здесь. Вот это многофункциональная штука, зеркала, здесь аэробика, степ. Тренажеры. Самое главное, это все на больших окнах. Это не в подвале, как во многих сетях. И вы вот занимаетесь, дышите свежим воздухом, смотрите. И с другой стороны у вас видно бассейн. Так, ребят, пример квартиры. Все квартиры у нас стандартно одинаковые, 38-41 метр. Но посмотрите, как все стильно, красиво. Вот мы зашли, здесь большая кровать, здесь замечательный большой шкаф. Устроены. В каждой квартире есть абсолютно все для комфортного проживания. Вся техника новая, смотрите, здесь посудомойка, стиралка. То есть все есть для проживания. Концепция всех квартир такая, что 4 спальных места в каждой квартире. Большой диван раскладывается, 2 спальных места. Обязательно в каждой квартире полноценная кухня, потому что мы знаем, что наши клиенты приезжают с детьми. Здесь будет комфортно готовить свою еду, нужную еду вовремя. Вот. Везде есть интернет, хороший интернет у нас везде. Кровать, санузел, все готово. Стоимость этой квартиры в сутки 50 евро. Сюда входят уже коммунальные платежи все, то есть здесь нет свет, вода, все входит в платеж. Если вы бронируете на месяц,
то действует система скидок. Если бронируете на год, то цена совершенно другая. Поэтому у нас гибкие тарифы. Уточняйте, запрашивайте, мы вам все подскажем. Так, это другая квартира. У нас они все разные. 5-6 типов квартир разного стиля. Например, эта квартира вставлялась компанией IKEA. Стильно, красиво, по-молодежному. Смотрите, дерево много. Поэтому и тоже замечательный вид на улицу. Эти такие стульчики, здесь можно пить кофе, книжку читать. Такая же концепция. Каждая квартира — это 4 спальных места. Раскладывается диван. Вторая важная черта — то, что в каждой квартире полноценная кухня. Посудомойка, стиралка, все тарелки, огромный холодильник для арбузов и дынь. Большая кровать, двухспальная, хороший шкаф и просторный санузел. Душевая. Так что здесь комфортно, красиво и безопасно. Еще замечательная деталь каждой квартиры, что у всех, смотрите, вот такой фантастический вид. Все квартиры у нас развернуты стороной на лес. Есть стороны северные, есть южные, есть восточные. Но принцип у всех одинаковый. Все квартиры выходят на красивую сторону, на природу. То есть не на внутренний двор. Поэтому здесь будет всем. Вот мы открыли балкон. Небольшой балкончик здесь. И свежий воздух.